Всем привет! Посмотрим с вами замечательную программу Android Cleaner. Активирую, нажимаю по этому значку. У меня открывается следующий интерфейс. CPU, частота процессора, сколько запущено памяти, свободно. Память телефона, SD-карта, батарея. На температуре батареи можно переключить в иное измерение, по Фаренгейту, видимо, возвращаемся по Цельсию. Если активирую вот данную вкладочку, шестеренку в левом верхнем углу, у меня появляется следующий интерфейс, где я могу поставить соответствующие галки, как мне нужно. Допустим, держать иконку приложения в панели уведомлений для быстрого запуска. Допустим, активирую, нажимаю, у меня появится соответствующая иконка. Вот она уже появилась в данной области. Если сниму, она сейчас исчезнет. Возвращаюсь обратно. Также активна определенная вкладка внизу. Можно оптимизировать память. Пройдемся по данным вкладкам, нажимаю на нее. Оптимизация. Очистка кэша памяти. Имеется определенно уже. Нажимаю «Очистить». Перехожу во вкладку «Память». Здесь можно прекратить какие-то процессы, выделить на уровне соответствующего приложения, поставить галочку ее активировать и выбрать тот или иной процесс. Возвращаюсь. Снова нижнюю вкладку активирую. Имеется «Приват-очистка», «Автоочистка». Нажмем «Очистить». История использования удалены, имеется руководство по очистке, можно почитать, кому интересно. Возвращаясь во вкладку, посмотрим управление, видимо, приложениями. Можно какие-то приложения удалить, также имеется вкладка Advanced, удалить, соответственно, поставить галочку активно. Переходим во вкладку Advanced, смотрим, что имеется 5 приложений. Допустим, активирую Record My Call, и высвечит информация, что у данного приложения есть не положительные, а подозрительные привилегии. Слово «привилегии» было с большой буквы. Очистка SD. Посмотрим вкладочку «Внутренняя память», SD-карта. Открываю SD-карту, и, возможно, будут какие-то приложения очистить путем их, как мы уже говорили ранее, выделение здесь галочки определенные. Возвращаемся, активирую, имеется спецификация и бесплатные приложения. Посмотрим, что обозначает спецификация. Вкладка «Модель устройства», «Производитель», «Оператор», «Память». Имеются вкладки и подвкладки, содержащие техническую информацию: дисплей, батарея, уровень, здоровье. Ну, достаточно мы посмотрели с вами удобное приложение, которое именуется Android Cleaner. Удобное в использовании, наглядное, простое, недорогое. Вроде бы есть и бесплатная версия данного приложения, а есть и платная, Pro. Так что кому будет интересно, может его найти, скачать себе, установить и попользоваться. Всем привет!